Хорошо, я выспался. Хоть на земле, но зато не на досках. Ладно, пусть это здесь постоит. Отличное утро. Так, все на себе. Давайте немножко искупаемся от этой грязи. И бомбочка! Как же хорошо. Итак, как я захотел, сегодня нужно будет пойти на те горы. Но там очень холодно. Нам нужно запастись кожей, чтобы сделать себе кожаные сапоги, куртку, шапку и поноши, штаны. Так. Аж прыгаю от радости. Как здесь хорошо. Как сегодня водичка? Теплая, теплая. Да. Там было немножко похолодней. Так, где тут у нас может быть коровки? Не хочу я их убивать, но чего же только не сделаешь ради себя. Сейчас заскочу домой, поем. А солнышко только встало. Так. У нас здесь что? Нет, только... Так, возьмем себе два кусочка хлеба на дорогу и... возьму все яблоко. Давайте еще немножко хлеба. Так, давайте наденем эту тяжелую броню. Теперь пойдемте на кухню перекусим. Давайте немножко. Так. Присаживаемся и... Очень вкусно. Да, очень вкусно. Так, все, поели. И идем. Закрываем двери. Так. Ой. Цветочек. Не убить. Давайте. Так, тяжелая бронька. Так, где нам же можно найти коров? Коровы. Это пещера? Нет. Волк, осторожно. Может, из него что-то выпадет? Нужно только осторожно. Он не видит. Тихонько. На! На! Нету его где-то сородичей. Прости, дружба. Ничего не выпадает. Зря убили. Итак, куда же дальше? Поднимемся на эту гору. Осторожно, не сломать бы ногу. Аккуратно, аккуратно. Где же тут коровы? А он у вас волков. Если бы спаун коров был, как бы я обрадовался. Знаете, что? Давайте я без коров обойдусь. Чего они мне? Коров здесь, как я вижу, нету. Ну и пусть. Ладно, нужно теперь подниматься на гору. Стоп. Курка. Курица. Нет, курицы нам не нужны. Коровы бы дали. Коровы. Кролики. Круто. Нет, стойте. Тут точно должны быть где-то коровы. Сейчас я их должен найти. Итак, не нашел пока что. А это что у нас? Коровы.
Реально коровы? Мы в этих местах же не были, нет? А, нет. Вот еще коров. Еще один спаунер коров. Круто. Ого. Сколько тут спаунеров коров. Корова самая лучшая скотина. От нее и мясо, и кожа. О нет, меч скоро сломается. Придется немножко нарубить дерево. Как руки колят. Вот скалки эти, занозы. Теперь давайте распилим их на доски. Если как сделаем верстачок. Верстачок сюда. Что там можно сделать? А, еще не хватает. Так, задело. Да, сколько ты коров? Сколько у нас уже кожи? Много. Так, сейчас добью. Все, кажется, я добыл нужное количество кожи. Теперь давай-ка я себе создам кожаную броню. Так. Так, что дальше нам нужно? Так, делаем себе теперь поноши. Нет, как их делать? Итак, забыл уже. Сначала шлем. Кожаный шлем. Теперь поноши. Нет, у нас нету. Что, нужно еще немножко добить коровушек. Думаю, кожа 6. Как всегда, одной кожицы. Все, давайте одну и все. Эх, плакал мой меч. Так, давай-ка создаваем поноши. И теперь только сапоги. Как же сапоги-то делаются? Да, еще не хватает. Вот сколько у нас уже опыта. Уже руки болят их бить. Так, давай-ка. Нет, не так. Все, я их скрафтил наконец-то. Теперь снимаем эту тяжелую броню и надеваем. Намного легче. Теплее уже. И наши сапоги. Ладно. Хлебка, яблочко. И пойдем в путь. Солнышко еще. Еще день только. Ух. Спавн волков. Возьмем кирку, если что. Интересно, волки ночью такие же агрессивные, как и пауки? Потому что пауки днем. Агрессивной ночью нет. Ох, сколько здесь волков. Ну ладно, в путь.